Всем доброго времени суток. Меня зовут Сергеев Алексей Зиновьевич. Я являюсь членом международного жюри конкурса Golden Time Thailand. И вот, подводя итоги сезона, я бы хотел кое-что сказать. Сезон получился очень интересный. Широко представлены работы были в разных номинациях. И для нас, для членов жюри, он был достаточно сложный. А поскольку работы были очень в таком сильном творческом диапазоне, и я для себя, например, сделал открытие в этом сезоне, что я, например, некоторым участникам выставлял оценки очень разные. Большая разница в баллах за разные работы. И вот, допустим, один и тот же участник получал и большие баллы за одну работу, а за другую работу он получал не очень высокие баллы. Вот с таким в конкурсе я, конечно, столкнулся впервые. Обычно работы как-то в среднем по баллам, они более сбалансированы. И хотел бы отметить некоторых художников, некоторых творческих людей, на которых я обратил внимание. Хотелось бы отметить вот эту вот работу и что в ней такого особенного. Ну, работа замечательная, работа сделана очень технично, очень хорошо передан объем, цвет, ну, соответственно, всегда для любого живописца, для любого графика передача изображение прозрачных предметов, изображение отражений, преломлений и тому подобного. Это сложный достаточно технический момент. Здесь он выполнен идеально, абсолютно мастерски. Хотелось бы отметить также работу Валентины Куцево. Очень хорошая работа, очень хорошая с точки зрения колористики. Насколько я понимаю, здесь изображена африканская щурка. Я сам лично часто использовал этот вид птиц в своих работах и собираюсь в дальнейшем использовать, так что это мне близко. Отличная прорисовка текстуры перьев, вот ощущение самой поверхности от птицы. Мне очень понравилась работа, поэтому она получила высшую оценку. Ну и, конечно же, вот эта работа Рада Пашуновская с Дали. Ну, вот когда я оценивал работу, вот этот кластер работы определенный, просто очень был такой уставший, настроение было не супер. И тут увидел вот эту работу, сразу такой неожиданный ход, неожиданный поворот событий. И очень это мне подняло настроение. Я даже ее отослал, это видео, своим друзьям, всем художникам, искусствоведам. Ну, соответственно, эта работа получает у меня высшую оценку. Вполне достойно.